передо мной макетик платья, который на мне наносила Наташа все модельные линии. Вот они, все наши линии модельные. Я специально ничего не сделала за камерой, ни одного движения. Сейчас я вам покажу, в каком порядке медленно, тихонечко мы будем работать дальше. Дело в том, что прежде чем разобрать вот на эти все детали, перерезать платье, мы вырежем подкладку. Но прежде чем вырезать подкладку, нужно обрезать низ. Выреза, разобрать на пилочку спинку, пока эти целые детали вырезать под подкладку, и только потом разрезать вот на эти все, вот все моменты и уже как бы кроить само платье. Поэтому весь порядок действий сейчас потихонечку мы будем снимать на камеру. Перед нами наше платье, я как уже сказала, начнем снизу. Вот проведем красивую линию по задней части. Что там Наташа на мне нарисовала, это не важно. Важно сейчас в этом пределе вот этой разметки провести красивую линию и отрезать. Заднюю часть отрезали, вот так вот выглядит скос у нас сзади. Сейчас будем работать с передней частью. Когда закончим низ, перейдем на горловину выреза. Ну, мы вот так вот тут отметили, смотрите, но я бы хотела вот эту точку немножко покороче. Поэтому я ее поднимаю короче, сама на свой, как я себе представляю. Помним, что передняя часть у нас до вот этого вот, до вот этой нашей отлетной детали разрезная. Вот здесь вот мы, когда уже будем делать платье, мы разрежем. Пока мы готовим выкройку подкладки, поэтому пока мы не разрезаем. Вот такое симметричное низ платья. Сзади одна половина длиннее, другая короче. Впереди немножечко еще вот такой вот есть уголочек. Вот так вот. Здесь закончено. Приступаем к вырезу. Думаю, что мы сейчас на этом периоде распустим боковые швы. Зачем, сейчас вы увидите. На боковых швах, где должны совпасть наши линии, я вот видите синеньким поставила одинаковые отметки. Что там мы рисовали, это не важно. Сейчас все эти наши линии вот к этим точечкам должны подвести. Работаем с вырезом. Это передняя часть выреза. Мы это сейчас прямо сразу отрежем. И сзади вот так вот. Вот наш вырез на спинке. Вот Наташа отметила. А я отмечаю, ну, чуть-чуть вот так вот покрасивее. Линию просто вот так вот. Раз и все. Сейчас мы с вами вот-вот-вот-вот-вот-вот придем к нашей готовой выкроечке. Но я вам показываю принцип, конечно, а не как бы даже меньше цель показать вам эту модель, как показать принцип. Вот передняя часть, вырез асимметричный. Вот задняя часть, наш вырез асимметричный. Вот передняя часть нашего выреза, полочка. Вот наш вырез на спинке. Сейчас мы с вами немножечко откорректируем проймы, потому что я видела, что проймы у меня немножко широковаты, и мы их чуть-чуть подкорректируем. Ну, если у кого-то, конечно, такого опыта нет, вы на примерке рисуете. Мне ничего не надо рисовать, я посмотрела и отрезаю. Вот здесь в плече мне был, ну, где-то лишний вот так вот сантиметрик. Наташа макет заготавливала, так взяла пошире. А мне пошире ничего не надо, мне надо вот как надо.
Сейчас вот это я просто отрежу. Какое будет у меня платье красивое. Я даже, у меня и не было в планах такое платье шить. Поработали с вырезами, поработали с проймой. Смотрите, теперь вот она точно по мне сделана. Убрала все излишки, которые бы мне мешали. Сейчас мы с вами заготовим выкройки отлетных деталей. То есть выкроечку вот этой детали, которая у нас, ну как будто бы воротник на одну сторону, вот на спинку уходит. И вот эта отлетная деталь. Пока все вместе, заготавливаем выкройки отдельных деталей. Они у нас будут готовы, мы их убираем. А я вот отрежу выточки. Они ровно срезаны, я их отрежу, они мне лишние будут. Вот смотрите, что я делаю. Вот так вот раз. Потом по это буду рисовать подкладку, и вверх мне легко будет переводить. И также вторую выточку отрезаем. Довольно-таки вам кажется, что сложновато, но сейчас вы уловите порядок действий, и вам уже не будет так сложно. Вот наш вырез, вот наша отлетная деталь. Я ее сейчас специально отрисовываю немножко вот так вот другим цветом. Сейчас я ее переведу на кальку. Ну, не пытайтесь, знаете, как вот ровно-ровно, идеально одно количество сантиметров, чтобы так это вы там будете вымерять по миллиметру, еще что-то там. Ничего, что он в одном месте будет, если шире, другой уже. Я вот веду такую форму, ну вот какая мне нравится. Вот наша отлетная деталь. Я ее сейчас сниму на калечку и уберу. И уже не надо будет к этой теме возвращаться. Плечевой шов. Вот он, плечевой шов. Вот наша деталечка, которая очень хорошо вот здесь на плече ляжет. Как наши все с вами эти выкроечки превращаются. Наши вот эти вот линии, которые такие не очень-то у нас хорошие линии, превращаются уже у нас в такие более понятные. Вот плечевой шов, вот это все ляжет на переднюю часть, а это на спиночку. Все помним, у Виктории назад уходила эта деталь и лежала на спине вот такая вот отлетная горловина. Вот наша выкроечка. Это вот она. Вот она. Отлетная вот такая вот деталь. Вот ушла на спинку. Вот она у нас. Вот плечевой шов. Убираем. Эта выкроечка готова. Сейчас делаем нашу выкроечку вот такой отлетной детали. Вот она отлетная. Ну, Наташа немножко тут кругловато начертила. А нам надо попрямее. Ничего страшного. Конечно, у меня огромный опыт на нанесении линий. У вас, конечно, ну, возьмите линейку, примерно немножко возьмите от линейки. Проверяйте вот так вот глазами более-менее линии. Сильно на опыт не рассчитывайте, а рассчитывайте на то, что должно получиться. Вот у нас вот такая получилась деталечка, вот так вот. Так, вверх. Центр переда, бок. Это для того, чтобы я на кальке написала. Ну, вот эту часть немножко хочу так побольше. Глазом просто вижу, что хочется ее немножечко вот так вот. Покрасивее уголок вот этот вот внизу живота. Сейчас отрежу. Так, центр переда, вверх, бок. Сейчас я вырежу, покажу вам. Вот наша деталь. Вот она у нас нарисована. Она никуда назад не переходит. Она только из бокового шва. Впереди вот такая отлетная деталь внизу животика. Вот я ее заготовила, выкроечку. Все отлетные детали готовы. Сейчас покажу вам, что получилось. Смотрите. Перед нами выкройка. На самом деле это выкройка подкладки. Сейчас мы вырежем подкладку. И тогда только по вот этим линиям всем разрежем. И перенесем выточки. Объясняю вам, почему вот это сейчас будем кроить вот так в раскрытом виде. Потому что внизу асимметрия,
И вырезе асимметрия. Мы так и подкладку точно так будем вырезать. Сейчас покажу вам спинку. Почему спинку нужно крыть вот так вот в открытом виде, вот как сейчас у нас? Потому что внизу асимметрия и в вырезе асимметрия. Вот она. В результате всех наших действий, что мы вот тут срезали, смотрите, куда у нас ушла выточка. А нам нужно выточку перевести немножечко вот сюда. Вот я ее нарисовала немножко сюда. Не все у нас любят плечевые выточки, но меня это не интересует. Я знаю, что она у меня должна быть, а у других каждый сам за себя решит. Смотрите, что происходит. Вот я разрезаю. А она же у нас вот тут зашита. И вот она у нас сама открывается. Вот видите, как чудесным образом. Вот она. Теперь нам уже вообще это не интересует, что у нас вот тут вот что-то там сметана была выточка. Наша выточка, вот она. Надо было бы, конечно, сходить проутюжить, но у нас здесь утюга нет, поэтому мы без утюжки. Показываю, как теперь выглядит наша спинка. Наша спинка выглядит вот так вот. Отлично, сейчас будем кроить подкладку. У нас батист. Очень надеюсь, что я войду в одну длину платья. Очень надеюсь. Наша подкладочка должна лицевой частью находиться к нашему телу. Изнаночной частью к нашему платью. Поэтому у нас подкладка выложена лицом к столу. А ткани сложены изнанка с изнанкой. То есть вот видите, тут изнанка, здесь лицо и здесь лицо. Это для того, чтобы наружу было лицо и к телу была лицевая. Сейчас просто ее вырезаем. Вот здесь вот у нас, примерно в этом районе, мы построим выточку. Сейчас ничего не надо думать, просто отрезаем. Наши плечевые выточки прорисовываем. Конечно, их потом придется переводить туда наизнанку. И просто вырезаем деталь. Вот наша спиночка, наша асимметричная спиночка. Вот здесь мы пишем изнанка для того... Нет, не здесь, это лицо. Это лицо, лицо к телу, это лицо. Это я просто сбилась, у меня вот здесь изнанка. Изнанка к изнанке, вот лицевая. Вот наша спиночка, подкладочка, мы ее убираем. Она точно такая, такая же асимметричный низ, асимметричный вырез. Все идеально совпадает. Ну, вы, может, обратили внимание, что я одну выточку нарисовала. Конечно, вторую я перенесу на эту сторону. Ее нужно будет перенести. Перед нами передняя часть платья. Мы вырезаем точно, вот так вот, как мы видим нашу деталь. Абсолютно точно вырезана сейчас будет подкладка. Единственное, что вот это я вырезать не буду. Я это нарисую. Сейчас я это нарисую и буду вырезать. Видите, вот эти выточки, я их вырезала. Это для того, чтобы мне сейчас легко нарисовать. Те выточки, которые у нас обычно с бокового шва, в подкладочке будут идти, вот эти нагрудные. Сейчас в платье мы их будем переводить. Одна у нас пойдет вот отсюда выточка, а другая будет спрятана под воротником. Сейчас все покажем. Очень много, конечно, работы здесь с моделированием, но ничего страшного. Батистовая подкладочка. Сейчас подкладочка у нас будет готова. Сейчас я сниму вот эту нашу ткань, из которой мы будем нарезать все мелкие детали. Здесь я подписала изнаночную, выточки у нас нанесены. Смотрите, что хочу вам сейчас сказать. Сколько бы вы ни учились, сколько бы вы ни кроили, сколько бы уроков вы ни прошли, вы обязаны знать вот форму проймы на глаз. Вот, на глаз. Видите, какая она, да, вот такая вот вперед как бы немножко склонена. Здесь мало, здесь видите, какая правильная, идеальная форма. Сколько раз уже я всем говорю, запоминайте формы проймы. Боковые сшиты, выложили пройму, посмотрели, внесли корректировки. Бывает вот все правильно, а вот здесь вот недостаточно вырезано. Вот 4 миллиметра, 5 миллиметров, вы втачиваете рукав, он не лежит. Вот здесь что-то у вас вот морщит, потому что форма ушла от идеальной формы. Вот идеальная форма проймы. Смотрите, запоминайте. Перед нами передняя часть платья. Лицом наверх я пишу лицо, лицо, лицо. Почему? Потому что это нам не будет нужно.
Лицо. Везде подпишите, подпишите, не ленитесь. Теперь отрезаем вот эту деталь. Нам же уже не надо ориентироваться вот на эту отлетную деталь. Нам надо ориентироваться с вами вот на эту деталь. Вот она от уголка пошла вверх до отлетной детали и ушла в бок. Сейчас мы вот эту деталь отрежем. Она у нас подписана, лицо написано. Центр под линейку. Вот наш уголочек пошел до вот этого вот угла. Мы с вами имеем деталь, которая у нас правая сторона. Отлетная деталь у нас готова. Вот эта деталь готова. Что нам нужно? Перевести выточку вниз. Заклеиваем вот здесь скотчем. Вот наша выточка. Вот она у нас. У нас такой боковой выточки нет. Мы ее закрыли. Посмотрите, Наташа ставила мне здесь крестик. Я ее скотчем сейчас заклею и все. Смотрите, вот наша деталь. Сейчас мы с вами отрежем вот этот угол, который у нас вот отсюда идет. От выреза до этой точки и боковой шов. Сейчас мы ее отрежем с вами, прорисуем под линейку, и нам останется только перенести выточку. Чем дольше вам показываю, думаю, тем больше вам понятно, что не так уж это сложно, как кажется ужасно. Посмотрите, везде написала лицо, 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 чтобы мы потом не волновались. И по столу лазить и искать, что же это такое, где лицо. Вот смотрите, контрольная точка. Начало выреза. Вот эта точка должна совпасть вот с этой точкой. Не забываем. Контрольная точка. Вот она. Если мы потом не будем знать, у нас растянется в любом виде. Сейчас вам покажу, на что будет походить наша передняя часть платья. Осталось нашу выточку перенести в плечо. Нагрудную выточку переносим в плечо под воротник. Я вас умоляю не париться и не искать долго эту точку. В какую точку вы нарисуете, туда выточкой закроется. На сантиметр сюда, сюда, на сантиметр туда. Неважно, абсолютно неважно. По этому поводу вообще не нужно париться. Смотрите, я разрезала и закрываю нашу нагрудную выточку. Вот разрезала и закрыла. Сейчас скотчем заклею. Наша нагрудная выточка, видите, Наташенька поставлена крестик, открывается вот сюда. Мы ее здесь благополучно зашьем и прикроем нашей отлетной деталью нашим воротничком. И сейчас вы увидите, насколько изменилась наша выкроечка. Вот такой вид приобрела наша выкроечка. Вот центр переда. Вот от этой точки, где начинается отлетная деталь, центр переда пошел. Вот наша выточка, вот эта выточка, которая из вот этого подреза уходит в грудь. Здесь она закрылась. Вот наш вырез, вот наш подрез второй. Отсюда у нас войдет отлетная деталь. Наша выточка благополучно спряталась под воротник. Смотрите, запоминайте, как все это выглядит сейчас. И не плачьте, что это вам сложно, вы сами напросились. Мы показали вам, как откорректировать модельные линии, которые нам не нанесли вот просто так приблизительно. Мы показали вам, как по этой основе вырезать подкладку. Показали, как заготовить отлетные детали. Все сверили с эскизом. Показали, как сделать, подготовить выкройку платья передней половинки. По времени ходим в заднюю половинку. Заднюю половинку заготовим выточку в следующем видео. Но я вас уверяю, когда вы научитесь шить такие платья, да вы будете выходить на улицу вот так себя чувствовать. Прямо вам захочется голову поднять выше, вам захочется выпрямиться. Когда вы выйдете в таком платье и столько труда в него вложите, столько мозгов, столько вашей энергии будет заложено, вы скажете, ну я вообще. На этом мы с вами прощаемся. Всего хорошего. С вами были мы, Паукштрина Михайловна, Естребов Алексей.